Kosturi tilakam lalat patale Bakhosthale kostuham Nasagre varamoktikam Karatale venu kare kankanam Sarvange gapi chandanam sulilitam Kante chamuktavalim Goposti parivito Gopala churamani Bijayate Gopala churamani Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that there is such excellent power, there is some excellent power in Krishna Kriti. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что в Кришна Прити есть такая необычная сила, такое могущество, что перед этим Кришна Прити все другие моральные качества, идеализм и честность и все остальное, мораль какая-то, все становится бесполезным. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Джагадгуру, он говорит, он всегда говорил, что в Кришна Прити такая уникальная сила, уникальное могущество, что перед этим Кришна Прити вся наша мораль, какие-то другие хорошие качества, обязательности, обязанности, наши долги, все становится бесполезным. Если мы хотим погрузиться в Кришна Севу, игнорируя все эти другие качества. Я знаю, общество может критиковать нас, то, что мы занимаемся чем-то непонятным для них. И если мы игнорируем эти факторы и пытаемся погрузиться в Кришна Севу, я знаю, что все общество может начать критиковать нас насчет всех этих наших моральных и прочих общественных качеств, но Я хочу погрузиться в Кришна Севу, это гораздо более важно, чем все остальное. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорил, служите тем враджаваси, те, кто чувствует, страдают от огромной разлуки к разлуки с Кришной. Матхур Бираха Бриджаваси Ганер Шевай Ямадир Кортобо. Если мы по-настоящему гаудии, то это наша обязанность служить тем. Матхур Бираха Бриджаваси. Это наша обязанность. Как совершать Кришна Баджан, это главный фактор, о которой я не могу видеть, чувствовать. Если я буду думать своим умом, я не пойму. Если я буду обсуждать с кем-то, то я тоже не пойму вот эти возвышенные шлоки. Эти шлоки из Упанишат, как любить Кришну, мы не можем видеть Кришну. Мы не понимаем пользу от нашей любви к Кришне, почему его нужно любить. Вопрос Матхур Вирахи и чувство Враджаваси к Кришне, Рагануга Баджана, все эти вопросы, они постепенно приходят потом. Шрила Прабхупад, он часто говорил, Арадхито жди тапасастатаскин, нарадхито жди тапасастатаскин, антар бахир жди тапасастатаскин, нантар бахир жди тапасастатаскин. What I can do? If all my astutian finances are not going to satisfy Krishna, what use? Если все мои аскезы не Кришна недоволен ими, то что толку? What use? What I can do? It's a show business. Это может быть только на показ. Если все эти аскезы,
и все другие наши действия, наше поведение, наш характер. Если Кришна будет доволен всеми нашими действиями, нашей жизнью, то тогда что еще остается нам делать? Нам не нужно будет на показ совершать баджан. Лучше люди пускай думают, что мы не совершаем баджан и оставят нас в покое, и тогда у нас будет больше времени совершать баджан, и никакие бесполезные люди не будут беспокоить нас. Если Кришна уже доволен нашими действиями, то или если Кришна недоволен нашими аскезами, то что толку от них? Если Кришна, Он внутри и снаружи, и если мы сможем всегда видеть и чувствовать Кришну, то что еще нужно делать? Если Кришны нет ни снаружи нас, ни внутри, если мы видим только материю, какие-то материальные вещи, потери и приобретения, то что толку? Шрила Прабхупад, он всегда говорил, таким образом, что действительно так служить Мадху Вираха Враджаваси, те, кто находятся в разлуке с Кришной, не самому Кришне, а вот Яшода Нандану Кришне. Нандану Кришне. Те Враджаваси, которые чувствуют огромную разлуку с Нандананданом Кришной, они не могут потерпеть даже секунды разлуки, и мы хотим служить им, этим Враджаваси. Поскольку Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур уже сказал в шастрах, в своих книгах, то, что Кришна Према, она не продается на рынке. Если у нас есть достаточно денег, мы не можем просто пойти и купить Кришну или преданных. Некоторые думают так, что баджан очень прост, что можно просто поставить тилак, одеть малу и все на этом, но это не так. Наша Гурварга говорила, чтобы просто понять, что такое Кришна Баджан, это может занять рождение за рождениями. Мы должны ждать. И такое чувство должно быть в нашем сердце. Я уже говорил раньше, что чувство разлуки невозможно с тем объектом или человеком, которого мы никогда не видели и не встречались. Например, мы привлекаемся какими-то личностями, если мы видим, что они какие-то возвышенные личности. Мы, если общаемся с ними, как-то мы находим какой-то толк от этого. Это наше рассуждение, но если мы пойдем в Горки Шрода с Бабаджи Махараджа, что мы получим для материалистов? У него ничего нет и для материалистов. Шрила Бабаджи Махарадж, он обманывает их. Бабаджи Махарадж не может открыть свое сердце таким людям. Или если какие-то материалисты пойдут к Бхактивинода Тхакуру, Бхактивинода Тхакур увидит, что они не пришли за чем-то настоящим и не откроют им свое сердце, а без разлуки невозможно достичь Верховного Господа, поскольку весь Гаудия Бхаджан с начала до конца вы должны плакать. Весь Гаудия Бхаджан — это плач, в разлуке, и
Это плач с начала до конца, поскольку Гаудия Бхаджан, он находится под началом Радхарани. Много раз я говорил, и сейчас я, если будет время, еще раз обсужу эту шлоку. Что значит «анукулина» — это слово? Перевод этого слова «благоприятное». Но «благоприятное» значит, мы узнали от Гуру Варги, «благоприятное» значит то, что совпадает с желанием сердца Кришны. Вот эта шлока значит то, что благоприятно для Радхарани, и мы должны совершать наш баджан под руководством Радхарани, имею в виду, или гопи. У нас нам не интересен никакой путь, показанный другими, кроме Радхарани. Мы совершенно не заинтересованы в этом. Мы очень глупы, что думаем, что мы совершаем баджан прекрасным образом. И вчера я говорил, что есть внутри каждого есть склонность к обману себя, внутри каждого, кроме чистых преданных. И эта вот склонность к обману очень тонка, что мы не понимаем даже, что делаем что-то неправильно. И вот склонность к обману может в очень тонкой форме явиться. Кто-то думает, что очень морально следует каким-то идеалам, но эта склонность к обману в очень тонкой форме. Майя — это очень... Она очень могущественна, и никто не может выйти из-под ее влияния. Ее сеть влияния, она очень велика. И майя, она не позволяет нам совершать Кришна-бхаджан, и поэтому мы день и ночь совершаем киртан. У нас нет другого пути, кроме милости чистых преданных. У нас нет другого пути. Мы можем думать, что мы совершаем баджан, как-то это благоприятно. Но кто знает, кто это обязанность Гуру Вайшнава показать нам, что правильно, а что нет, а мы настолько глупых, что хотим избежать их. And I entered the library, and some devotee whom I love very much. From distance, he looked, Maharaj got blind. He said, Maharaj, he looked even blind. Why? I have done nothing, you know, good for him. If I am at all doing good for you, then you can blind. If I beat you, if I cheat you, then you can come to me. So why is blind? I don't know. It's fine. It's very good. One garbage gone from my life. Махарадж говорит о том, что некоторые люди, они избегают Гуру Вайшнавов. И вот и вот Анибхилашитасуньям значит, что не должно быть никакого даже запаха Анибхилаша, никаких желаний, даже запаха желаний не должно быть. Мы должны быть в полной гармонии с Гуру и Вайшнавами.
особо мы заинтересованы в Рупануга или Рагануга Гуру Варге, полностью в гармонии мы должны быть, в абсолютной гармонии. И если есть какое-то малейшее отклонение, то тогда мы никогда не сможем достичь успеха. Если мы выражаем какое-то мельчайшее сомнение даже о Сиддханте или о поведении Гуру Вайшнавов, то в этом случае мы не сможем достичь успеха в нашей жизни. Мы должны быть в абсолютной гармонии, и любое сомнение, которое у нас есть, мы должны избавиться от него, поскольку сам Шаятма Винашити. Если у нас есть сомнения о Дхамме, Наме, Парикаре, Васиштхе и прочих, и всего остального, что имеет связь с Верховным Господом, это значит, что наше сердце еще не очистилось. Гундича Марджана, она прошла несовершенно, и в этом случае вы должны опять прийти в этот мир. Но наша жизнь очень коротка, если мы совершим какую-то ошибку, то времени исправить уже не будет. И вот Анябхилашита Шуньям и Гьянакармади Анавритам. Гьяна и карма. Не должно быть никакого осквернения гьяна и кармой, но Бхакти Анукул Гьяна. Гьяна благоприятная для Бхакти. Это значит само Бхакти. Сухая философия, сухой даршан, майава даршан. Это гьяна, она не ожидается. И поэтому Анявиласита Шуньям. Шуньям значит не должно быть никакого Анявиласа, но о гьяна карме. Анавритам значит непокрытое. Не должно быть никакого покрытия гьяны и кармы. И что это значит? Это значит, гьяна не должна быть сухая. Она должна быть, она должна поддерживать бхакти. Наши гаудия преданные могут объяснять веданту, но это не значит, что это какая-то сухая философия. Они могут объяснять гаудия веданту, но майвади, как ее объясняют, мы в этом не заинтересованы и не собираемся слушать их объяснения. Карма значит материальная карма, но когда мы совершаем что-то для Господа, готовим, убираем, еще что-то делаем для Кришны, это уже не карма, это похоже на карму, но не карма. И вот Анябхилашита Шуньям, значит, такое под руководством Радхарани мы должны делать не под руководством Чандравали. Мы не можем делать это. И вот таким образом мы должны рассматривать эту тему так. И Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура говорит, те, кто настоящие Рагануга Бхакты, для них это према, она подобна болезни према-роги. И даже в материальном мире, если кто-то развивает какую-то материальную болезнь, имеется в виду материальная любовь к кому-то, он думает о объекте своей любви. И в материальном плане также, я вот вчера видел, а точнее, если кто-то видел свою возлюбленную вчера, сегодня он опять хочет на нее смотреть, это, и каждый день он смотрит на объект своей любви в каком-то новом свете, в каком-то с новой точки зрения. Это пример просто какой-то материальной любви, это вожделение. И вот, а наша любовь, она нематериальная. И те чистые гуру Вайшнава, они говорят, те, кто по-настоящему
имеют огромную любовь внутри своего сердца, как Шрила Мадхавендра Пурипад. Мадхавендра Пурипад плачет день и ночь и никогда не чувствует жажды или голода. Нектарная према, блаженство всегда, он всегда доволен, он благодаря этой преме он никогда не просит что-либо у кого-то. И вообще, если кто-то даст какое-то молоко, ну, имеется в виду, он сам не просил, если кто-то приносил ему, то такие нишкинчам бхакты, это не так просто. Я могу пытаться... А сейчас, к сожалению, можно видеть, что даже какие-то саду, они надеются на какие-то страховые компании, а не на Кришну. И как же Кришна спасет таких людей? Кришна, он властелин бесчисленных брахманд, даже какой-то мусульманский поэт Кази Назрул, его этот мать хинду был, отец мусульманин, так или иначе он этот мусульманским этим поэтом был и писал вот такие стихи про Кришну. With infinite Brahmanda, he cannot maintain me. I need to go to rich man. You give me 2 lakh rupees, I need to arrange bandara. Useless. That's why in Bhagavad it is written, Kasmad bhajanti kavayo dhanodur matandham. И в Бхагаватам поэтому говорится, почему вы feet of those rich men, they are blind. И льстите каким-то богатым людям, которые не понимают, что кто такие вайшнава, а кто нет, и разве такие люди могут совершать Рагануга Баджан? Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит, что они не могут потерпеть даже потери какой-то копейки и начинают жалеть, и как такие люди могут совершать Рагануга Баджан? Они хотят обдурить нас. И сейчас, к сожалению, так Рагануга Баджан имеет такую дурную репутацию. И вот Бхактина Таку говорит, что те, у кого есть такая према-рога, такая болезнь према буквально, мы должны прийти к таким Рагануга преданным и служить всем сердцем, а не на показ. И в этом случае это как... Если вот у кого-то, ну это подобно заразной болезни, према. То есть прему можно получить только от того, у кого она есть. Если мы служим таким преданным, то эта према автоматически она появится в нашем сердце. И поэтому мы хотим понять настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Когда Шри Чайтанья Махапрабху на каждом шаге, даже чтобы понять, что такое Радха-ятра, мы должны зависеть от Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Отдельно я не могу понять это без него, когда Шри Чайтанья Махапрабху достиг Мадхуры, там Адикешава, там Самурия Випра был, какой-то самурийский браман, и они обсуждали. Нечто с друг с другом, и Махапрабху сказал, я сомневаюсь, у тебя есть какая-то связь. И вот он с Мадхавендра Пурипадом. Почему? Потому что такая према, она невозможна без него. Я вижу ее проявление, и не имея связи с Мадхавендра Пурипадом, ты не мог бы ее обрести. Да, я ученик Мадхавендра Пурипада. О, ты, моя гуру Варга, и Махапрабху поклонился этому браману. И Ишвар Пурипад, он служил всегда своему гуру Деву, он ухаживал за ним.
читал Бхагаватам для него и все, сделал все остальное, всю Гуру Севу. И вот все сокровище Ишвар Пурипад обрел, но Ишвар Пурипад не получил ничего. И вот Ишвар Пурипад из Сила Сачитананда Бхакти он так говорит. Те, у кого есть Рагануга Бхава, мы должны служить им, и если мы служим им, то мы получим такую прамарогу, такую прему. Без тебя весь мир, он пуст. Я вижу, что ничего нету. Мы должны следовать Махапрабху, чтобы понять Радха-ятру. Махапрабху, он показывает нам, что если мы получаем такой вкус к Харинаму, который описывается в этой шлоке, а если мы думаем, что без Харинама мы сможем стать гопи, как это возможно? И такие люди думают, что можно стать гопи без каких-либо предваряющих, предваряющего баджана. Кто-то думает, что может родиться в чреве, родиться от гопи в Раджавасе, во Вриндаван жениться, выйти замуж, точнее, в Явати, но... И вот люди думают, что сначала должны умереть, потом родиться, как в Раджавасе, от этих мададжи в Раджавасе, но наша Гуру-варга никогда не говорит этого, что хочет сказать Наротам Такур. Я сейчас вернусь к теме Шрилы Бхактивинода Такура, подобно тому, как не получив посвящение, как вот в этой шлоке зависит, что любой человек может, он из брахманской семьи быть. Сейчас, конечно, таких чистых брахманских семей тяжело найти, поскольку брахманская семья должна быть, по крайней мере, 7 поколений, они должны следовать совершенным образом всем правилам и предписаниям и иметь хотя бы бхакти Вишну. Я уж о Кришне не говорю, Кришна это очень высоко, далеко не все его понимают, но Вишну хотя бы должны быть преданы. А в эту кали-югу, по крайней мере, 3-4 поколения брахманов должны всему следовать. Но где таких найти? Все осквернено, к сожалению. Брахманы женятся на шудрах, шудры на брахманах, все так оскверняется, варнашрам дхарма разрушается. Может, не полностью, но какое-то скрытое течение все же есть, но так или иначе, вот в Джанманаджайте шудро, и когда кто-то рождается в этом материальном мире, неважно в брахманской семье или в другой, автоматически он шудра по рождению. Это естественно, что все шудрами рождаются, но потом после прохождения самскар, когда можно сказать уже таким дождерожденным, прошедшим самскары. И в шастрах говорится, что это новое рождение. Первое, мы рождаемся из чрева матери, потом получаем гайтри, это второе рождение. Самскары проходим до этого, потом вот еще получаем харинам дикшу. Сначала рождаемся из чрева матери, это первое рождение, потом получение гайтри, это второе рождение, а третье посвящение рождения, это тогда, когда мы полностью... Вот после рождения также в индийском обществе тоже самскары предписывается проходить, но после рождения, получения гайтри, брахманской дикши, и потом, когда
вы полностью получили посвящение, и потом, когда вы стали саньяси, если получили саньяс мантру, то тогда вы должны чувствовать, что вы гопи. Гопи, вот как в этой шлоке, это наша наивысшая цель нашей жизни. Вот стать пылинками на стопах слуг гопи. Если мы совершаем совершенные гауди баджаны, следуем Шри Прабхупаде и Бхактивинода Такуру, тогда от силы это невозможно. И вот смотрите, если в материальном мире мы находим такие в первое рождение, второе, третье, то почему Нарутам Такур, когда пел эти киртаны, он... молился Господу, где ему, о том, как развить ему такое чувство, что он всегда гопи, и делаю все для того, чтобы Кришна был доволен, но какие-то сахаджи, они хотели силой применять эту формулу, они думали, что могут пойти к какому-то сахаджи Бабаджи Нарадакунде дать какую-то взятку, там 5 тысяч или даже 500 рублей, это очень дешево, они дадут справку, что вы там такая-то гопи, и идите дальше. К сожалению, сейчас такая система. Если вы не верите, можете сами проверить. Из Гаудиматха, к сожалению, много людей уходят туда, чтобы стать так гопи за 500 рублей. Очень быстро. И вот описывается, когда в этом материальном мире мы должны ждать, чтобы пройти самскары, очистить себя и возвыситься на более высокий уровень, то почему у Гопи Бхаву сразу мы можем получить? Наша Гурага такого не говорит. И это вот значит, мы должны совершать баджан таким уникальным образом под руководством чистого рагануга преданного, и тогда он может вложить бхаву, свое чувство в наше сердце. Автоматически это произойдет, и тогда мы разъем нашу привычку, что без гопи бхавы мы будем чувствовать, что без гопи бхавы ничего не осталось. Сейчас мы совершаем баджан таким образом. Бхактивинода Такура, по милости Харинама, если вы продолжите совершать Харинам, тогда вы почувствуете, по милости Гурудева, вы осознаете свое истинное «Я». Шрила Бхактивинода Такура говорит об этом. Вы осознаете, кто ваше истинное, подлинное «Я». Вот Махарадж Вадживататви уже говорил и продолжит попозже. И вот джива, у них есть фиксированная сварупа или нет? Но Сачитананда Бхактивинода Такура говорит, что да. И это научное обсуждение, я буду говорить в дальнейшем. И вот Бхактивинода Такура говорит, что по милости Гурудева мы можем осознать вот о своей сварупе, а не так, что вы дадите кому-то взятку и вам справку дадут фиктивную, что вы гопи. И иногда вот можно видеть, некоторые люди организуют какую-то фиктивную свадьбу, чтобы получить какое-то там гражданство или вид на жительство или еще что-то, вот жениться особо на американках. Обе американцев вот, в Индии популярно. Настолько индусы хотят уехать в Америку, не знаю, что там, как будто медом намазано, что все стремятся поехать туда. И вот наша Гурувага говорит, и Бхактивинода Такура говорит, что если мы совершаем харинам, то тогда после этого мы почувствуем, что по милости Гуру и Вайшнавов вы осознаете свое подлинное «Я». И это зовется паричай. Ваше имя, ваша сева, ваш возраст, одежда и в какой группе вы, ваш отец, мать и прочее. Поскольку не осознав, кто я, кто наш отец, кто мать, как Шрила Бхактивинода Такура, он в итоге
он явил свое сварупу как Камала Манджари. И если у Камала Манджари во Враджадаме есть эта сварупа, то и таким образом Бхактинот Такур говорит, что они могут узнать, но они должны сначала принять прибежище у Харинама. Мы должны принять полное прибежище у Харинама на 100%. И после этого, если вы совершаете Харинам, то Харинам может проявить всю мистерию вам. Через этот Харинам вы можете обрести все. Махапрабху говорил, повторил эту шлоку. И что она значит? Без Говинды я вижу весь мир пуст. Я не хочу больше жить. Махапрабху хотел показать это настроение, через которое мы можем почувствовать, что мы делаем все, чтобы Кришна был доволен. И мы должны следовать этой процедуре внутри Гамбхиры. Махапрабху день и ночь плакал. И Рай Рамананда и Сваруп Дамодар, они помогают ему, поскольку это чувство, оно нетерпимо. This is Mahaprabhu speaking all night. I cannot stay inside room. I feel suffocation. И Махапрабху, он говорит, что я хочу встретиться с Кришной, я хочу выйти отсюда, но он но Махапрабху, он заперт в Гамбхире и не может выйти. И иногда Махапрабху говорит, я слышу, я слышу, как Кришна играет на флейте и зовет меня, и я хочу выйти из этого, этой комнаты, но я не могу. И три двери закрыты, и большая там стена, но все же Махапрабху, он куда-то ушел, несмотря на все эти закрытые двери, и никто не знает, Сварупа. И все преданные искали, куда ушел Махапрабху, и это чувство Рагануга Бхаджана. И это чувство Рагануга Бхаджана. Все материальные наслаждения, все это подобно яду. Мадхавендра Пурипат, он не хотел встречаться ни с кем, поскольку если он встречался с кем-то, тот мог говорить о каких-то материальных вещах, а Мадхавендра Пурипат не мог этого потерпеть. И вот Мадхавендра Пурипат, поэтому он ходил один, без кого-либо, и Махапрабху тоже, когда шел в Южную Индию, он сказал, я один пойду, либо если вы будете давить на меня, по крайней мере, я возьму какого-то одного человека, который не будет меня беспокоить. И вот Мадхавендра Пурипат, он всегда один ходил, поскольку если кто-то бы встретился ему, он бы начал говорить о каких-то материальных вещах, а Мадхавендра Пурипат этого потерпеть не мог, и таким образом все, вот в Гамбхире, где находился Махапрабху, там было три двери, они все были заперты, и была большая стена, но все же Махапрабху как-то выходил, несмотря на эти препятствия. Иногда он падал в океан. Иногда он находился рядом с этими маленькими коровами в Пури, которые... И иногда его тело менялось, становилось как черепаха. И такие...
А что сатвика викара? Изменения очень редки. Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, даже в шастрах мы не можем найти такого, такие викары, что все руки и ноги, они вошли в его тело, и Махапрабху стал похож на черепаху. Или когда Махапрабху ушел в океан, Махапрабху, он стал он наоборот стал, его руки и ноги стали длиннее. Вы не можете поверить даже, что это Махапрабху, насколько он изменил свою внешнюю форму. И это... И вот Сварупа Госвами, когда все пришли, они... То один этот рыбак поймал его и испугался, и пошел звать на помощь кого-то. А Сварупа Госвами сказал: «Я знаю мантру от этих привидений, демонов». И вот так или иначе они нашли Махапрабху, несмотря на то, что этот рыбак их пугал, что там какое-то привидение, лучше не ходите. И вот они увидели, что это Махапрабху плывет в сторону Канарка, храма. Они так как-то поймали и вернули его. Этот рыбак сказал: «Я хотел рыбу ловил, а тут какое-то привидение какое-то попалось». И вот они таким образом нашли Махапрабху, начали совершать санкиртан. И после совершения санкиртаны, так или иначе, Махапрабху постепенно пришел в сознание, и все руки и ноги, они его восстановились. И когда он открыл глаза, он сказал: где я? Почему вы беспокоите меня? О, Прабху, я Сварупа, мы все искали вас. А зачем вы беспокоите меня? Я был на Ямуне, я слышал, как видел, как Кришна являет своей лилой с Гопи и Радхарани, а я вот слышал, вы меня зовете, и пришлось вернуться. Я практически поймал Кришну, но не получилось. И таким образом Махапрабху всегда был в Гамхире. Иногда он как сумасшедший бежал в сторону Айтоты и смотрел на полную луну и плакал, как Радхарани. Но все это... И там в том саду на Айтоте были различные цветы, они очень напоминали Вриндавана. Читак Парват, он напоминал Говардхан. И Махапрабху плакал, иногда говорил: вот Кришна. И Кришна, потом он исчезал. Он говорил, что Кришна видел меня и исчез. И через Харикатху, через киртаны Махапрабху, он контролировал свою разлуку. И Махапрабху всегда плакал, и Сварупа Госвами, и Рай Рамананда. Он пел прекрасный киртан, который благоприятен для Махапрабху, поскольку Махапрабху имел Бхаву Радхарани, и Махапрабху плакал, и Сварупа Госвами, он пел киртан и говорил Харикатху, и таким образом Махапрабху мог как-то сдерживаться. Иногда Говинда, которая вторая Сачима, они заботились о Махапрабху. И Говинда иногда гневался: что вы говорите перед моим Господом, почему он всегда
плачет, можете ли сказать что-то хорошее, чтобы Прабху смеялся, и они слышали это, смеялись. Говинда настолько просто сердечен, настолько прост. Он, а Говинда знал только, как совершать служение, это его обязанность. И вот уже полдень нужно кормить Махапрабху, а вы тут разговариваете, давайте прекращайте. Сваруп Госвами Рай Рамананда, они говорили: «О, Прабху, вы отдыхайте, а мы пойдем, попозже вернемся». А Махапрабху говорил: «Что вы говорите об отдыхе? Вы говорите о том, чтобы я отдохнула, как я могу отдохнуть? Так или иначе, я отдыхаю, когда вы говорите харикатху и совершаете харикиртана. Если вы уходите, я чувствую какое-то жгучее чувство внутри меня. Если вы идете, Говинда не сможет меня поддержать». И это зовется Рагануга Бхакти. Когда мы забудем обо всем мире, забудем о всех материальных делах и всем остальном. А когда вы совершаете Рагануга Бхаджан, вы забудете обо всем мире. И куда бы вы ни смотрели, вы будете видеть Кришну, это зовется Рагануга Бхаджан. И вот этот праздник Ратха-Ятра, он очень важен для Гауди. Как мы... Ратха-Ятра, она происходит, Бхактивинода Тхакур описывал много случаев, я не хочу об этом рассказывать, о прошлой истории, поскольку времени мало. И вот Ратха-Ятра, согласно Гауди Даршану, все в Раджавасе, они хотят встретиться с Кришной. И вот во время яги, вот они на Курукшетре организовали большую яги в Сурджа-Пара. Какое-то явление было, как затмение солнечное, вот тоже что-то похожее. И вот все в Раджавасе, Кришна, все Дваракаваси, Ядавы, они пришли куда? На Курукшетру. Курукшетра — это особое место, очень чистое место, и на Курукшетре они организовали большую ягью и раздавали, жертвовали много вещей, и в то время в Раджавасе они тоже узнали об этом, что Кришна приходит. И все Ядавы, они также пришли с Двараки, и в Раджавасе они тоже решили прийти на Курукшетру, чтобы встретиться там с Кришной. Я уже сказал, что нет, мы не можем почувствовать никакого чувства разлуки до тех пор, пока мы не встретились с Кришной. Если никогда не встречались с Кришной, как мы можем почувствовать разлуку к Нему? Вы встречались с своей женой, детьми, родственниками, можете чувство разлуки в их адрес чувствовать, но это тамагуна. Если вы сожалеете о чем-то материальном, о каких-то материальных связях, о том, что вы теряете друзей, родственников и прочих материальных, материальные связи, это только увеличит вашу обусловленность. Но если вы достаточно удачливы, чтобы почувствовать это чувство разлуки с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, то тогда очень благоприятно. И это зеленый свет на вашем пути. И вы сможете достичь Кришну таким образом. И вот смотрите.
Радхарани и все гопи, все Нанда, Яшода и все остальные, они дошли до Курукшетры наполовину, на полпути. И вот они так встретились друг с другом на середине пути между Курукшетрой и Вриндаваном. И что же это за встреча? Никакая философия, никакие лекции недостаточно, чтобы описать это. Никакой философии, никаких лекций не хватит, чтобы описать это сердечное чувство. То, что чувствовали в Раджаваси, когда они встретились с Кришной, каково чувство Нанды, Яшоды и остальных в Раджаваси, и когда Кришна так или иначе, он хотел встретиться с Радхарани. И вот эти гопи, они хотели встретиться с Кришной, но наедине, и Кришна хотел встретиться с ними также. И когда Кришна встретится с ними, то это чувство Махапрабху чувствует. Махапрабху испытывает то же чувство во время Ратха-ятры, когда Джаганатх там и все спутники Махапрабху, они тянут Радху Джаганатха за веревки. И Махапрабху плачет и говорит, то чувство, который может понять Сваруп Госай, только Сваруп Госай может понять это чувство. И наш Рупа Госвамипад и Махапрабху молится Джаганатху: о, Джаганатх, ты должен пойти во Вриндаван, который олицетворен храмом Гудича. Даже если вы, вот на Бенгале такая пословица есть, что если даже три степени по бенгальскому языку, три ученых степени по бенгальскому ученику языку получите, и все равно нет гарантии, что вы поймете это. И что это значит, если вы не чувствуете влечение к Кришне? Кришна, он Камадев. Кама внутри каждого, никто не может игнорировать ее, может в пассивной или активной форме. Но без камы никакой материальный человек не может находиться. Это материальная кама. Почему в этом материальном мире мы можем чувствовать влечение друг к другу? Мужчины к женщине, наоборот, поскольку это материальное вожделение. И кама, и там тоже есть, и это материальная кама, но Кришна, он апракрита камадев. И очень плохо, и неуважительно мы в этом материальном мире, если мы находим такую связь, ну, имеется в виду внебрачную связь какую-то, это не хорошо, поскольку эта связь, она погрузит нас в океан Майи. Но когда мы чувствуем влечение к Кришне, мы должны следовать Шичитани Махапрабху. Какое чувство имеет Махапрабху? Махапрабху не может потерпеть даже секунду разлуки с Кришной. Махапрабху не может потерпеть этого. И Махапрабху говорит: он мой Прананатх, и это самый Прананатх, ради которого мое сердце горит день и ночь в каме к нему, апракрита каме. И мой Прананатх,
ради которого мое сердце горит в Апракрита Каме. Джаганатхон, Маданамахан, как и Кришна. Маданамахан значит Кришна. Когда Кришна находится вместе с Радхарани, то тогда можно сказать, что он Маданамахан, а если Радхарани нет, то он не Маданамахан. Он меняется. Мы можем, он может очаровать весь мир. Тот, кто сам чувствует вожделение Апракрита Каму. И когда мы находим, что Радхарани с Кришной, то это хорошо, это Маданамахан, иначе мы знаем, что Кришна, он повелевает всем миром, но и привлекает весь мир, но он сам чувствует влечение к Радхарани. Не думайте, что это какая-то материальная кама. Даже великие пандиты, которые сведущие в шастрах, может, какое-то чувство внутри их сердца, но у них нет права обсуждать это. Они могут неправильно понять Кришну. Какое влечение Кришна чувствует к Радхарани. Это невозможно. Невозможно описать. И поэтому вы знаете, когда Кришна отделен от Радхарани, он плачет день и ночь, и Кришна говорит: я чувствую, как будто яд, он жжет мое сердце. И вот Радхарани, когда она встречается с Кришной, так много вещей. Много слог в Бхагаватам. Very nice. Gopikas, they are crying heavily. Gopikas, they are crying heavily and speaking. Ahushchate nalina nava padar bindo. Jogeswari hridi vichinto magada bodhai. Maybe we are leading family life. И вот гопи говорят, может, мы живем семейной жизнью, но ты не можешь игнорировать нас. Внешне мы совершаем, живем семейной жизнью, но внутри нас ее нет. Внутри нас нет никакой семейной жизни, но ты хочешь игнорировать нас. И вот гопи, они плачут и хотят объяснить свое тяжелое сердце Кришне. О, Кришна! Мы знаем, что те великие йоги, риши, они думают о твоих лотосных стопах, и они... То есть йоги, они закрывают глаза, медитируют на лотосные стопы Кришны, но гопи так не делают. И тысячи миллионов йогов нельзя сравнить с Радхарани или с гопи. У гопи гораздо более высокое и сильное чувство к Кришне. Бхактинода Такур хотел так много вещей дать нам, но мы так глупы, что не можем принять. We cannot accept anything.
all waiting for us. Мы, и это наследие ждет нас, но, к сожалению, сейчас почти никто не пойдет киртан и думает, что это потеря времени. Но без киртанов мы никогда не сможем достичь успеха, я говорю об этом. Даже если вы совершаете киртан, ну, если люди, которые на показ киртан совершают, если какие-то слушатели, но это неправильно. Бхактина Такур один, Сванада Сукада Кунджи, он... Вот Махарадж вчера забыл эту шлоку, а как только вышел, сразу вспомнил. Вот в этой шлоке Сура Шарир, значит... Сура, значит, Девата, имеется в виду Ганга, божество Ганги. И вот на берегу Ганги, Упакантхи, значит, рядом с берегом. Waiting, he is speaking. I am waiting to get this sale. Under the guidance of those, Brajo. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что находится на берегу Ганги в Гурудхаме. И смотрите, что он говорит, что он не сам пытается получить, обрести милость Господа через тех, кто уже обрел, и те, кто уже день и ночь молится о милости Кришны. Враджа Раса Расикая. Я принимаю прибежище лотосных стоп тех, кто может помочь мне встретиться с Кришной. Какая прекрасная молитва. И что говорит Радхарани? That is same Krishna. Это тот же Кришна. Радха. Тадидам убхайо сангама сукхам. Татапи антаха кхелат мамо мадура мурали панчама джуше. Калинди гупила бибина пуринайо сприхаяти. О Сакхи. О Сакхи. Это тот же Кришна. In front of me. Передо мною. Same Krishna in front of me. But you cannot see the pain and feeling inside вы не можете видеть боль, которую я чувствую, тот же Кришна, тот же Радхарани, мое сердце и душа, она продана лотосным стопам этого Враджендра Нандана. И смотрите, как он себя ведет, я отдал ему все, и смотрите, он оставляет нас. Как мы можем жить дальше? Как это возможно? Радхарани говорит с таким тяжелым сердцем, что, смотрите, мы встретились, и это очень хорошо, но мое сердце, оно имеет огромное желание забрать Кришну во Вриндаван. Я хочу видеть Кришну во Вриндаване. Мой Гуру Падма, он, когда говорил об этом, он плакал. С Гопи Бабой все слоны, лошади и прочие царские эти люди, я не чувствую наслаждения здесь. Враджа Дама, Враджа Бава, она уникальная Бава.
если вы хотите поместить меня в какое-то богатое место, но мне это не нужно. Я хочу страдать, находясь во Вриндаванском лесу, чтобы чувствовать, что это Вриндаван. Но во Вриндаване нет никаких страданий, там только Кришна. В Гаудия Самаджи под руководством Шри Чайтанья Махапрабху мы ищем лотосные стопы Шри Кришны, но все ли это делают? Кто-то стремится к славе, к почету, к деньгам или еще к каким-то материальным вещам. Но Гаудия общество значит под руководством Шри Чайтанья Махапрабху мы должны следовать лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, где мы обречем Кришну, если мы потеряли его, где же мы найдем Кришну под руководством Враджа-гопи? I don't need honor, no garland, nothing, no pranami, nothing I want. I want to get your cooperation to do actual Raghavan Govardhan. Я хочу помощь от вас, чтобы мы все могли совершать подлинный Рупануга Баджан. И те гопи, они спрашивают всех: о Ганашьям, где же ты, о Кришна? В Раджавасе они поют вот такой киртан. И вот эти гопи, они всю ночь поют и ищут Кришну. О, Кришна, где же ты? Иногда они встречаются с какой-то оленихой и спрашивают: может, вы видели, где же Кришна? Может, вы видели, куда же делся Кришна? И вот потом они у Туласи спрашивают. Туласи очень хороша, она знает, где Кришна наверняка. У Туласи, видела ли ты Кришну, куда пропал Кришна, в какую сторону он пошел? И таким образом они как сумасшедшие ищут Кришну. Мы должны получить чувство Махапрабху. Мы не знаем, кто такая Радхарани. Но у нас есть сведения от нашей Гурварги, Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура. Мы должны понять чувство Махапрабху. Но Радхарани хочет взять и вернуть Кришну во Вриндаван. Это настроение Махапрабху. Радхарани, когда случайно встретилась с ним на Курукшетре, она сказала, что я хочу вернуть тебя во Вриндаван. И через Удав Махараджа ты хочешь дать нам пример, как медитировать на твои лотосные стопы. Это глупо. Он хочет научить нас, как концентрироваться на тебе. А мы хотим забыть твои лотосные стопы. У тебя есть ли способ, как можно забыть Кришну? Ты посылаешь Удаву, чтобы он показал нам технику, как помнить Кришну. Но мы не можем забыть его. Радхарани плачет и говорит, что гопи — это не йоги, не гьяни. Что в медитации они могут сидеть и медитировать на Кришну и быть этим довольны. Нет, это глупо.
Мы хотим забыть твои лотосные стопы, поскольку они жгут наше сердце. А ты послал кого-то, чтобы он научил нас помнить тебя. Если ты хочешь... И вот Радхарани плачет и говорит, что ум других людей, они говорят одно, а чувствуют совершенно другое. Но думаешь ли ты, что я такая же? То есть иногда люди говорят одно, думают другое, делают третье, и сердце и речь, они не параллельны, они лицемерны. А ты даешь нам какой-то похожий урок. И вот Радхарани говорит, что ты должен показать свои лотосные стопы во Вриндаване, то есть вернуться во Вриндаван. И вот Радхарани говорит, что мы хотим видеть твои лотосные стопы во Вриндаване. Я не могу поверить тебе. Сначала ты должен вернуться во Вриндаван, ты должен находиться со мной, и тогда я пойму, что я получил твою полную милость, поскольку мое сердце, оно не такое, как сердце обычных людей. Мой ум, мое сердце, они не отличны от Вриндавана. Мое сердце, оно не отлично от Вриндавана, нет ничего, кроме Вриндавана там. Мое сердце, если я смогу открыть мое сердце, как Хануман Махарадж. Он явил однажды такую лилу перед Лакшманом. Он открыл свое сердце и показал, смотрите, в моем сердце, кроме Рамы и Ситы, ничего нет в моем сердце. И он повторял всегда Ситарам, Ситарам. И действительно, и вот когда он открыл свое сердце, все увидели, что там Сита и Рам. चीर के छाती बोली अपनी पवन पुत्र हनुमान मेरे मन में बसे है राम मेरे तन में बसे है एवरीवेयर राम व्हेन सीता देवी गोइंग टू गिव वन वेरी Когда Сита, она подарила Хануману какую-то дорогие бусы из жемчуга, то этот Хануман взял, разгрыз каждую жемчужину и смотрел, есть ли там Рама. Это очень дорогое украшение было. А Хануман взял, разгрыз это все и сказал, я вот искал Раму, если там нету Рамы, то что толку носить? И вот у нас тоже должно быть такое чувство, что если в чем-то нет Кришны, то что толку от этого? И вот Радхарани говорит, Радхарани плачет и говорит, мое сердце, оно не отлично от Вриндавана. И если вы, если ты сможешь а если ты не вернешься во Вриндаван, мы не сможем забыть тебя все равно. И Кришна говорит, ты можешь не поверить мне, но поверь, я всегда думаю о ваших лотосных стопах, где же Радхарани, где же все гопи. Поскольку я продан вам, я не могу отплатить вам за ваше служение. Ту любовь, которая есть у вас ко мне,
мне нечем отплатить за нее, и вы думаете, что я говорю ложь, но нет, так или иначе, по милости Видаты. Кто такой Видата? Это сам Кришна. Сам Кришна, он Верховный Господь, но говорит по воле Бога, я вынужден был уехать и жить в Двараке, но вскоре я вернусь во Вриндаван. И таким образом, это чувство, и Радхарани, она внутри Махапрабху. И вот Махапрабху, он совершает киртан и с таким чувством и плачет. Никто не мог рядом с Махапрабху находиться, если кто-то был. И таким образом, Махапрабху, если кто-то рядом с Махапрабху был, они, то есть Махапрабху, когда пел киртан, слезы текли из глаз, и кто-то, если рядом находился, они, но рядом они находились, поскольку эти слезы Махапрабху, они распространялись вокруг и мочили все. И все преданные Махапрабху, вот во время Радхаятры Махапрабху преданных собрал семь групп и начал совершать великий санкиртан с большим энтузиазмом. И всего лишь несколько преданных видели, что Махапрабху, он танцует. По милости Махапрабху, они видели, что уникальное зрелище, что Махапрабху танцует во всех семи группах. И как это возможно? Вот они, вот только несколько преданных видело, что он во всех семи группах танцует. Остальные видели, что в какой-то одной. Я уже говорил, что есть бесчисленные шакти Господа, Бхагаван. Шакти Таттва одна и едина. Но шакти Таттва, она приходит в различных формах перед нами в соответствии с лилой Господа. Шакти Таттва, она неделима, но она может явиться перед нами в различных формах, согласно лиле. Срамачандра Сита Деви явилась Гауранга Лакшми и Вишну Приес, Варахадева Лакшми Дева, Снарисинха Дева и другая Лакшми, но имеется в виду та же, но другая. Курма Девата, Курма Лакшми. И согласно лиле Шакти является, чтобы прославить и насытить лилу. И вот все время мы видим, что и Кришна имеет особое Шакти, как Кришна говорит, это обет Кришны, он сказал это перед Нарадой, когда мои преданные, они воспевают мою славу сердцем, будь уверен, я присутствую там. Но мы не можем видеть, когда Шрила Прабхупада воспевает славу Кришны, мы не... Кришна говорит, что он присутствует там, но не все могут видеть. И мы не можем видеть, поскольку Кришна не хочет показывать себя нам. И я книгу редактировал, Бхагават Сактакар Махараджи составил. Это маленькая книга, но перевести не успел еще. Нужно много помощников, которые могли бы помочь перевести, но так или иначе. Вот Махарадж вскоре ее попытается перевести. Это очень прекрасная книга. Там 150 книг всего, но
в этой книге описывается, что описывается в Притисандарбхе, но в краткой форме суть всего. И вот там я... Там описывается, что Кришна имеет бесчисленные шакти, но одна из шакти — это сва-пракашита шакти, самопроявляющаяся шакти. Если Кришна находится здесь, мы не сможем увидеть его до тех пор, пока Кришна не поможет нам увидеть его. И вот смотрите, перед Сарвабхаумом Бхаттачарья, Сарвабхаумом Бхаттачарья не мог потерпеть это, он упал без сознания. И когда Махапрабху прикоснулся к нему, опять он увидел Махапрабху в шестирокой форме. И без милости Господа я не могу ничего видеть. Это зовется Джива Госвами Пад в Сандарбхе, описывает это самопроявленное шакти. И Йога Майя это все организует. Кто это может делать? Кришна, он нет времени на это. И согласно желанию Кришны, Йога Майя все организует. И поэтому Шри Чайтанья Чаритамрите мы находим Кришнадас Кавираджем Госвами описывается. Махапрабху описывает настроение Кришны. Кришна говорит: я не знаю о том, что случается. И те гопи, они также не знают, что случается в моем сердце. Почему мы чувствуем, почему мы не можем почувствовать даже малую разлуку? Я не знаю. Я не делаю это все. Это даже без меня это все происходит. Я не знаю, как это случается. Я не знаю, и гопи не знают, как это все происходит. И ответ, кто знает, если ты Верховный Господь, повелевающий бесчисленными мирами, и ты говоришь, что ты не знаешь, что происходит, и кто же знает? Все делает Йога Майя согласно ее желанию, согласно желанию Господа и по желанию Махапрабху. Этот вайбхав, это проявление Махапрабху в семи группах видели Раджа Пратапаруда, Сарвабхаума Бхаттачарья и еще там пару преданных. Они видели, что Махапрабху танцевал во всех семи сампрадаях. А участники этих семи групп, каждый был счастлив, видя, что Махапрабху танцует вместе с ними. Но это не так. Махапрабху везде присутствовал, просто они не видели второго Махапрабху и других в других группах. И потом Махапрабху, он начал тянуть Джаганатха, но Махапрабху тянул его, стоя лицом к Джаганатху, а не спиной, как остальные. И Махапрабху, он воспевал киртан, воздев руки к небу. И до Гундича Мандира Махапрабху тянул Радха-ятру, иногда Джаганнат останавливался и вот Джаганнат смотрел, и иногда он ждал, и опять начинал тянуть Радху, и таким образом он радовался, поскольку через санкиртан мы можем сделать так, чтобы Кришна был доволен. И после этого Господь вернулся в Гундича Мандир, и потом тысячи преданных вокруг. Была такая система, что любые бедные люди с любой касты, они могли видеть Джаганатха. Любые люди отовсюду, они могут как получить даршан Джаганатха, так и предложить что-то ему. Джаганатх примет это. А особенность Джаганатха какова?
И вот в Скандапуране описывается, что если кто-то увидит Джаганатха на Радхе, он снова не родится в этом мире. Это... Но если Джаганатх дарует нам прему, это лучше, чем просто не родиться. Мы должны обрести прему, и в то время все предлагают что-то, кто-то кокосы, кто-то зеленые кокосы, кто-то еще что-то. Джаганатху никаких мантр не надо, просто сказать Джаганатх, бери, принимай, и Джаганатх принимает, как в Раджавасе они очень просто предлагают подношение Господу. Они просто берут, кидают это к Кришне и говорят: «Кришна, ешь». И в Нандаграме также можно сейчас видеть, что те в Раджавасе, они Кришне. Ну, вот Махарадж говорит, в храмах как бы нормально предлагают, а вот Нандишвар Махадеву, который там рядом, просто кидают, что бери. Кришна настолько милости, что даже таким образом принимает это подношение. И вот Джаганат Балдев Субхада, когда они доходят до Гундича, и Махапрабху со всеми своими спутниками, они идут, когда имеется в виду, когда их дотянули до Гундича, они идут отдохнуть в Джаганатха Валабха Удьян, Рамананда, который организовал. Там большой сад, там много кокосов. И Махапрабху, он отдыхал там, поскольку после такой и вот после того, как он тянул Радха-ятру, он отдыхал там, там был прекрасный ветер, прекрасный сад, и царь Пратапарудра, он ждал, как же получить милость Господа. Господь не может встретиться со мной, поскольку я царь. Я в тот день сказал, вы можете вспомнить эту шлоку. Те, кто хотят обнять Кришну, они должны быть очень осторожны, они должны подготовиться. Они не должны совершать баджан, как сумасшедшие. Шри Кришна, Чайтанья Махапрабху сам говорит, если вы хотите встретиться с Кришной, обнять Кришну, вы должны следовать строгим правилам и предписаниям. Может, это сложно для кого-то. Очень тяжело контролировать влияние тела и ума. Но если вы в этой жизни не сможете не стать успешными, то что в следующей жизни будет? В этой жизни у вас особые возможности есть, и в этой жизни вы должны достичь успеха и не ждать следующей. Мы не должны ждать следующей жизни, если можем сделать это, достичь Кришны уже в этой жизни. И вот Махапрабху отдыхал Джаганатх Валабха Удьяне, а царь Пратапарудра, он жалел о том, что он царь и не может встретиться с Махапрабху. А Господь, он был внешне, внутренне очень доволен его настроением, но в открытую не мог с ним встретиться. И вот Махапрабху там отдыхал, спал, и преданные сказали: иди, пока Махапрабху спит, можешь получить его даршан. И вот тогда, по милости преданных, они
И вот он пошел к Махапрабху, Махапрабху, он спал, не знал, что ты царь или кто ты, и приходишь, и попросили его переодеться в обычную одежду. И после этого что случилось? Он массировал лотосные стопы Господа и воспевал шлоки с Гопи Гиты. This way, messaging, let and me. Prabhu in the meantime getting some consciousness. И Махапрабху, он пришел в сознание, спросил, кто ты? Я нищий, чем я могу отплатить тебе? Ты так много дал мне, а я саньяси, не могу ничем тебе отплатить, даже ни копейки нет. Я хотя бы обниму тебя. Махапрабху знал, что он царь, но все же обнял его. И это милость Махапрабху. Если в этой жизни мы не сможем достичь успеха, то в следующей жизни еще большие сомнения. В этой жизни мы уже обрели Шрилу Бхактивинода Тхакура, Шрилу Прабхупаду и их милость. Если мы потеряем эту жизнь, то великое сомнение, что в следующей жизни, что будет с нами. Единственное, чему мы должны быть осторожны, это то, чтобы у нас не было никакого двуличия, никакого лицемерия. Гуру Вишнава не могут видеть прошлое, будущее, настоящее, и они делают все для нашего блага. И те гопи, они плачут. Гопи говорят перед Кришной. Нахалу гопика анандану бхаван. Нахалу гопика анандану бхаван. Ахила дехина антаратма дехи. Мы знаем, гопи, они знают, гопи не то, что не знают, они Таттва Сиддханта, нет, они знают эту всю Сиддханту, но они выше ее. Нарада дал наставление Гопакумару, о Гопакумару. Подобно огромной любви, которая есть в материальном мире, должен такую же огромную любовь развить к Кришне. Кто такой Кришна? Если мы будем думать, что он трансцендентен, то любовь к Кришне сложно будет развить. А вот в Раджавасе они думают, что Кришна он такой же, как и они. И пастушки, они тоже думают, что Кришна такой же, как и они. И поэтому в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится много тем, но времени мало, чтобы все это обсудить. И вот там описывается. Те Враджаваси, у них естественная любовь к Кришне. И Кришна имеет также такую естественную, спонтанную любовь к Враджаваси. Это очень важная шлока, если вы будете заинтересованы в совершении этого Рагануга Баджана, вы должны будете подготовиться. Я не могу позволить вам перепрыгнуть, пропустить какой-то шаг, как Сахаджи. В тот день, когда я почувствую, что вы совершаете харинам, и слезы текут у вас из глаз, я почувствую, что что-то случилось, и вы должны подготовиться. Сегодня день Радхаятры, большой праздник колесниц. Радхарани думает, что мы везем Кришну в Раджадхаму, и Даршан Гаудия преданных таков, что они
тянут Кришну во Вриндаван из Двараки. Гундича олицетворяет собой Вриндаван. Какие-то сахаджи говорят такие вещи, что назад мы, обратную Радхаятру мы не должны смотреть. Но Бхарати Махарадж, он хорошо ответил на этот сахаджийский совет. Ну, какие-то преданные вот говорят, что нельзя смотреть на обратную Радхаятру, но в Чайтанья-чаритамрите, если поискать, то можно найти, что там говорится обратно. Радхаятру Махапрабху и его спутники, они тоже танцевали. Какие-то глупые люди заявляют, что обратную Радхаятру мы не можем танцевать, участвовать в ней и тянуть. Ну, это сахаджи и милости они никогда не получат. Это очень опасно. И вот можно вспомнить, что в чем красота, в чем великолепие Кришны. Как можно привлечься к Кришне, если мы не чувствуем, какое влечение. Насколько прекрасен Кришна. Из-за майи мы не можем чувствовать такого влечения к Кришне, но это естественно. Мы должны чувствовать влечение к Кришне. Понимаете? И вот так много описаний в Бхагаватам. Шукадев Госвами, он был привлечен в Ясадевы с помощью вот этих шлок. Никто не может прекратить смотреть, даже гопи, они плачут, гопи, они проклинают Браму, который сотворил глаза, которые моргают, говорят, что Брама создал нас, но гопи, они не созданы Брамой, но все же говорят, что Брама глупец, как ребенок, не знает, как творить. Кто создал такие глаза, которые моргают? Как же мы можем видеть Кришну? Поскольку, когда эти глаза моргают, в это время мы не видим Кришну. И вот смотрите их чувства. Чувства гопи. Мы должны иметь такое, понять такое настоящее чувство тех, кто имеет такое огромное чувство к Кришне. И если не поймем, то как мы можем совершать рагануга или рупануга баджан? И таким образом мы должны прогрессировать, продвигаться. И с какой же шлоки я начал сегодня? I speak all the time. Kasturi tila kamlalat patale bakhosthale kostubham nasagre varamoktikam kartale venu pare kankanam sarvange hari chandanam sulalitam kanthe chamuktavalim goposti parivito Vijayati Gopala Churamanim Vanchakalpa Durvasthi ke paas indi bhavchu.